классно, классно. То есть, конечно, трасса кажется вроде такой простой, потому что поле, дорога вьется, но на самом деле все есть и скорости, и повороты, подбросы, ну, классно. И даже маленький трамплинчик. Ну, ну такой разгруз был там как-то, да, тогда. Мы, вот так мы наоборот записали его не прыгать, потому что потом надо было дальше отписываться. И... Да. И то, написали одно, сделали другое, поэтому подлетели, подскочили, оторвали бампер, я ударилась головой, поругались, помирились и решили, что надо своей стенограмме все-таки верить. Правый два через трамплин, достаточно такой крутой и с небольшим подбросом, перебрали с ходом, упали прямо на брус с колесом левым передним. Пробили колесо, повредили немножко подвеску, метров через 300 колесо поменяли, поехали дальше. Вот. Благодаря механикам вроде бы сейчас его починят, должны ехать дальше. Мы немного не так записали стенограмму, как хотели изначально записать. Очень оптимистично написали, пару мест у нас были такие сюрпризы, что думали, что сейчас там машину и оставим. Но в итоге Пола крепкая машина, доказано уже неоднократно. Мы финишировали. Ну, первый раз мы проехали неплохо. Там результат у нас в тройке, наверное, был. Вот. Все так казалось хорошо. Чуть-чуть поднастроили машину, решили, сейчас мы как всем покажем во второй раз. И практически на старте неплохо вышли из поворота, ударились колесом, погнули рулевую тягу. Теперь мы доблестно с помощью механиков, активной помощью, меняем. Понравилось то, что масса связок ходовых, они все такие профилированные. Если правильно поймать такт этих связок, прям вообще шикарно. Просто машинка перекладывается из одного в другой. Но если этот такт не поймать, то все совершенно не шикарно, потому что едешь по степи рядом с дорогой, что мы и делали пару раз, где мы, в общем-то, тягу и повредили. Но дорожка классная, прям очень понравилась, быстрая, клевая. Мы стартовали второй спецучасток, и в левом крутом повороте у нас одновременно разбортировались два передних колеса. Возможности продолжить гонку дальше у нас, соответственно, не было, потому что запаска была только одна. Пока что я еще точно не решил, в чем была проблема с хода. Но по предварительным результатам, видимо, я просчитался с давлением колес. Недостатком опыта мне практически каждая трасса в новинку. Здесь она значительно уже, конечно, чем то же самое Псков, несмотря на то, что быстрая. Если на количество трамплинов, которые вот чертовски коварны, вот, не дай бог ты на них решишь поиграть в джедая, и все, и там и полет, и ну и в общем у нас и свалка. Большая череда единиц, прямики одни, пока не столько. Первый поворот, можно сказать, серьезный. Мы оттормозились, но в этот поворот надо было заходить гораздо медленнее. Впечатление от переворота, там, не первый переворот, не первая крыша, но дело не в этом. Люди порадовались, может, порадовали людей, но себя наказали. Пилот у нас совершенно оказался начинающим. Познакомились с ралли. Вкратце я объяснил, насколько знаю, ну, как начинающий товарищ я тоже. Вот, показал, какие повороты, градации, трамплины, где прыгать, где не прыгать, как рулить, как не рулить. И первый спецучасток Вадим немножечко нервничал, ну это естественно. Ну проехали, как-то проехали немножечко, без всякого фанатизма. Вот, и второй участок уже более смелее. Сейчас мы любим и чуть-чуть исполнили его. А потом решили, нет, открыли ноты. Штурманские, и все, здесь ля, здесь до. Хорошо звук пишется, так что все ноты не слышно. Очень тяжелые условия, нам непривычно вообще. Мы вот по ходу пьесы пытаемся разобраться, что с этим совсем делать будет. Ребята, южные трассы, в принципе, не знакомы. Я вообще первый раз, я такие дороги раньше не видел никогда. Но весело, американские горки. Понравились вот эти бугры, по которым вот это вверх, вниз, вправо, влево. Вот страшно, опасно, но очень прикольно. Все приключения, которые у нас, в принципе, могли бы случиться за всю нашу карьеру, они сегодня случились. Вот, мы поменяли и колеса, и я как штурман положил немножечко. Если еще и штурман бы во время второго допа не курил, это совершенно трассу не видно. Курит, злодей, курит. Перед гонкой с трудом залезал и с трудом вылезал. Два этапа и нормально. Все.
я думаю, килограмм пару-тройку скинул 100%. Всего лишь каких-то 15 минут заездов, и ты уже чувствуешь себя подтянутым, красивым и выносливым. Да, да. Вот так действует. Метод Михаила Лепехова. Я его рекомендую каждому. Машинка стала лучше управляться на втором спецучастке. Произвели некоторые изменения с подвеской. И поэтому все очень здорово. Все, мы настроены решительно отгрызать победу. Самое главное теперь — это вот не растерять этот настрой до завтрашнего дня. Если завтра мы кончим в таком же темпе, я думаю, что все у нас получится. Нашего экипажа сегодня — слабоумие и отвага. Мы не написали в стенограмме, что не надо прыгать на очень остром опасном трамплине. Сиганули туда, переворачиваясь в воздухе, увидели раскореженный кузов Аркаши Богомолова, поняли, что нас постигает та же участь. Перевернулись, встали на колеса, поменяли пробитое колесо, до финиша доехали, но команда нас из сервиса не выпускает, потому что поменять за полчаса лобовое стекло с учетом замятой рамки не представляется возможным. Поэтому на сегодня гонка для нас закончена. На трамплине мы прыгнули. Хотя не хотели. Но мы не знали, что это трамплин. Мы же как бы новички, мы едем, горка, мы записали там вверх. Едем, выпрыгиваем, зрители, дорога в сторону, мы прямо едем. Ну, приземлились кое-как, вернулись. Со второго раза решили, не будем тормозить. Тормознули, все равно выпрыгнули, но уже, к счастью, поменьше, особенно не ударились. Я все ехал грамотно, четенько, ничего не прыгал. Ну, то есть уже наслушавшись, насмотревшись на все, что творится. И тут в какой-то момент амба, и потерялся гидроусилитель. Ну, то есть у меня такая легкая паника, соответственно. Я вообще не понимаю, что с ней происходит. И при этом еще как-то умудрились проехать, наверное, километр. И потом уже все. Там уже мурак. Там был хороший такой поворотик песочный. Ну, я прям не садился и сел. Ну, и, то есть, как бы, не говоря. Вот приехали сюда, оказалось, что там как бы одним гидроусилителем на самом деле не ограничивается. Первого спецучастка задали хорошую скорость, вот, и заметно с первых же километров начали отрываться от наших преследователей. К сожалению, Аркадий Богомолов выбыл из борьбы в начале сегодняшнего второго спецучастка. Я так понимаю, что он ошибся на трамплине, который вот на веселовке, и там, я не знаю подробностей, но говорят, что крыша была, вот. Но, тем не менее, скорость, которую мы показали на первом сегодняшнем спецучастке, гарантировала нам уже при сохранении такого темпа благоприятный исход. И мы на втором прохождении как-то так, я чуть переборщил с ходом, тоже приземлились на переднее левое колесо, машина вылетела, но, к счастью, все в дороге.